Всем привет, с вами Inform TV. Глядя через экран на актера Петера Зиковицу, вряд ли кто-то смог бы усомниться в его русских или же восточнославянских корнях. Сербское происхождение молодого человека выдает лишь его необычное имя и фамилия. Рожден Петр в 79 году в югославской столице. В Россию он попал с родителями накануне перестройки. Когда семья находилась уже в Москве, у них на родине началась война, поэтому возвращаться туда не стали. Молодой человек окончил Гавайский Тихоокеанский университет, где выучился на политолога. Позже он поступил на театральный факультет. В 98-м на экраны Гонолулу выходит его дебютная кинолента «Паяц». В 2004-м наш герой вернулся в Москву, чтобы продолжить обучение. Но как только он получил диплом, сразу же уезжает, на этот раз в Нью-Йорк. Город не встретил молодого специалиста с распростертыми объятиями, и Петеру долго пришлось блуждать в поисках работы, но он так ее и не нашел. За это время попробовал себя в качестве официанта, так как из съемок были только роли в массовках. Вскоре молодой мужчина опять возвращается в Россию и начинает сниматься в незначительных киноролях. Это были сериалы «Дорогая Маша Березина», «Не родись красивой», «Богиня прайм-тайма». В 2007-м ему доверяют главную роль в телесериале «Сваха». Постепенно, благодаря упорному труду и таланту, растет и его кинобиография. Вскоре он также занимается продюсерской сферой, а также играет в театре имени Маяковского и в театре на Таганке. О личной жизни артиста известно, что он был женат на девушке по имени Екатерина. От брака с ней мужчина имеет дочь Софию, рожденную в 2008-м, и сына Захара. Долгое время их семью называли идеальной, но семейное счастье разбилось во время съемок сериала «Фамильные ценности». На съемочной площадке у актера зародилось новое чувство, и оно настолько вскружило ему голову, что он ушел из семьи. Бывшие супруги смогли расстаться, сохранив ради детей хорошие отношения. При этом отец уделяет внимание ребятам наравне с бывшей женой. О новых подробностях личной жизни актер предпочитает не распространяться. Он всеми силами скрывает свою возлюбленную от лишних глаз. А вот в творческой деятельности у него все успешно. Вскоре выйдут на экраны несколько кинолент «Варгазея» и «Русские горки». Там мы сможем увидеть нашего любимого актера. А вы знали, что у Петера сербские корни? Пишите в комментариях. Если вы помните этого актера, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!